новый Volkswagen Touareg. Извините, что он грязный, много машин не успеваю мыть. И у этого автомобиля изначально не было камеры заднего вида. Машина большая, парковаться неудобно. Вот мы купили оригинальную ваговскую камеру, которая в ручку открывания крышки багажника, даже с омывателем, вон, смотрите. И теперь сделали так, что эта камера выводится на штатный монитор. Сперва покажем вам штатный монитор без камеры. Вот достали головное устройство, к нему подключили, запрограммировали. И при включении задней передачи всегда теперь будет появляться камера заднего вида. Интеллектуальная парковочная линия появится, когда крышка багажника будет опущена. Вот такая интересная работа. И если у вас Volkswagen Touareg с таким большим монитором и без камеры, обращайтесь, теперь все это реально.